Здравствуйте. В ночь на воскресенье, 30 июля, Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в столице. Ночью произошел взрыв в 50-этажном здании IQ квартала в московском Сити. В результате были выбиты стекла. Следует отметить, что в этом небоскребе расположены офисы ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе Минцифры. По данным Минобороны, Украина пыталась выполнить террористическую атаку по Москве тремя БПЛА. Один беспилотник сбила система противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Два были подавлены средствами РЭП на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждены фасады на двух основных офисных башнях «Сити». При этом жертв и пострадавших нет. Позже прошла информация, что вроде бы пострадал охранник. Той же ночью ВСУ пыталась нанести удары 25 беспилотниками самолетного типа по объектам в Крыму, передает Интерфакс, ссылаясь на Минобороны России. 16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут, цитирует агентство телеграм-канал военного ведомства. Остается только спросить, почему результативность ПВО в столице настолько ниже, чем в Крыму? Почему средства ПВО не обороняют Москва-Сити, хотя уязвимость этого объекта очевидна? Главный вопрос – откуда берутся БПЛА самолетного типа над Москвой? Что, прям такие летят над полями и лесами с самой Украины? Или запускаются откуда-то поближе? Конечно, отлавливать режиссерок и философов много проще, чем агентур противника. Но мне так кажется, что искать надо там, где потерял, а не где светлей. Постскриптум. И снова про законную цель и отрицание украинского терроризма. Почему башни Всемирного торгового центра, которые атаковали граждане Саудовской Аравии на бортах самолетов, это теракт, причем всему миру теракт? А атака БПЛА самолетного типа на небоскребы в Москве – не теракт. Я писал о нарастающем украинском терроризме, наверное, первым в этой стране. Тогда официоз эту тему замалчивал, и даже бывали попытки заткнуть людям рот силовыми методами. Ведь теракт в Музее изобразительных искусств в Таганроге далеко не первый в этом городе. Да возьмем хоть массовое отравление сотрудников оборонного завода в Таганроге, где следствие велось именно по статье о терроризме. Ну а потом как-то сползло на какие-то личные мотивы. А армейские мины и ловушки в Ростове-на-Дону тоже ведь списали потом на ревность. Взрыв в жилом доме при исправном газовом оборудовании тоже сошло за халатность. Теперь иначе, за оправдание терроризма арестован мой хороший товарищ Борис Кагарлицкий. Хотя особо он ничего не оправдывал, объяснял. Объяснение и оправдание, конечно, похожи, как и диверсия на теракт. Но где тут состав преступления? А вот те, кто годами замалчивал тему украинского терроризма, те действительно должны бы вызвать подозрение. А те, кто его изучал и квалифицировал, с какой стати-то? Ну ладно, кратко. В аэропорту Внуково возобновили прием рейсов, прекращенный после атаки БПЛА. В Брянской области украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района. Российская блогерша скончалась от истощения. Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому. Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма. В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали из-за урагана. 8 регионов Приволжского федерального округа пострадали из-за сильного ветра и ливня, сообщила МЧС в Телеграм. По счетам федерального ведомства 9 человек погибли. 67 пострадали, повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов. Упали 550 деревьев, целый лес. Энергоснабжение нарушено в
520 населенных пунктах. Синоптики прогнозируют, что все это продолжится. Известно, что накануне 29 июля в Марий-Эл в палаточном лагере на Диком пляже погибли 7 человек, в том числе 3 детей. В Нижегородской области погибла женщина, которая находилась на перевернувшемся парусном судне. В Татарстане погибла девушка-подросток, сообщает ТАСС. Сводки как с войны, хотя все мирно. Куда уж там экспериментировать над природой, когда люди запросто гибнут от сильного ветра с дождем. Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда. Фракция внесла законопроект на рассмотрение Нижней палаты парламента на этой неделе, 25 июля. Документ предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета о вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития. КПРФ также предложила денонсировать подписанный в 1992 году протокол о вступлении России в члены МВФ, МБРР и Международной ассоциации развития. Цитата. «Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и групп Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, пули условных валютных резервов стран БРИКС», пояснили в правительстве. КПРФ вносила законопроект о выходе России из МВФ и в декабре 2022 года. Тогда авторы инициативы заявили, что РФ нет смысла продолжать участвовать в данной организации. По мнению депутатов, пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против нее санкций, которые явно противоречат основным целям и принципам фонда. Однако выход РФ из МВФ будет просто подарком для глобальных противников страны. К примеру, вот глава Минфина США Джанет Йеллен вскоре после начала спецоперации на Украине с сожалением говорила, что исключение России из валютного фонда МВФ, учитывая правила, невозможно. А тут мы сами. Роскосмос подготовил проект системы обеспечения безопасности околоземной деятельности «Млечный путь» и направил его на согласование в федеральные органы власти. К концу 2023 года планируется подготовить законопроект системы аванпроект системы «Млечный путь». В августе прошлого года в материалах ЦНИМАШа, представленных на форуме «Армия-2022», сообщалось, что создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве «Млечный путь» обойдется в 2 миллиарда долларов. Обратим внимание, сначала речь идет о системе обеспечения безопасности околоземной деятельности. То есть о выявлении и ликвидации неких гипотетических рисков. Но потом все съезжает на создание российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Ну, что не одно и то же. Одно дело просто мониторить риски, другое дело их ликвидировать. Зато 2 миллиарда долларов на проект выглядят безальтернативно. В общем, проект «Дядь дай денег» в полный рост. На Москву беспилотники сыплются, как антоновские яблоки по осени. А мы за 2 ярда будем спасать человечество от космической угрозы. А давайте совместно с Украиной. Вот на те миллиарды, что им выделили страны НАТО, на БПЛА и прочее, а мы вместе раз и спасем человечество. А заодно прикупим себе что-нибудь на Багамах. Украинцам же можно. А тут и мы присоседимся.